Прошло 2 недели, и я под венцом Сергеем Волконским стояла. Немного я знала его женихом, немного и мужем узнала. Так мало мы жили под кровлей одной, так редко друг друга видали. По дальним селениям на зимний постой бригаду его разбросали. Ее объезжал беспрестанно Сергей, а я между тем расхворалась. В Одессе потом, по совету врачей, я целое лето купалась. Зимой он приехал за мною туда, с неделю я с ним отдохнула. При главной квартире и снова беда. Однажды я крепко уснула. Вдруг слышу я голос Сергея в ночи. Почти на рассвете это было. «Вставай, поскорее, найди мне ключи. Камин затопи». Я вскочила. Взглянула, встревоженный бледен он был. Камин затопила я живо. Из ящиков муж мой бумаги сносил. Камину и сжег торопливо. Иные прочитывал бегло спеша, иные бросал не читая. И я помогла Сергею, дрожа, и глубже в огонь их толкая. Потом он сказал, мы поедем сейчас, волос моих нежно касаясь. Все скоро уложено было у нас, и утром ни с кем не прощаясь. Мы тронулись в путь, мы скакали 3 дня. Сергей был угрюм, торопился, довез до отцовской усадьбы меня, и тотчас со мной простился. Уехал, что значила бледность его, и все, что в ту ночь совершилось. Зачем не сказал он жене ничего? Недоброе что-то случилось. Я долго не знала, покоя сна, сомнения душу терзали. Уехал, уехал, опять я одна. Родные меня утешали. Отец торопливость его объяснял каким-нибудь делом случайным. Куда-нибудь сам император послал его с поручением тайным. Не плачь, ты походы делила со мной, превратности жизни военной. Ты знаешь, он скоро вернется домой. Под сердцем залог драгоценный. Ты носишь, теперь ты беречься должна. Все кончится, ладно, родная. Жена муженька проводила одна, а встретит ребенка, качая. Увы, предсказание его не сбылось. Увидеться с бедной женой и с первенцем сыном отцу довелось. И здесь, не под кровлей родной. Как дорого стоил мне первенец мой. 2 месяца я прохворала, измучена телом, убита душой. Я первую няню узнала. Спросила о муже, еще не бывал. Писал ли и писем нет даже. А где мой отец? В Петербург ускакал. А брат мой уехал туда же. Мой муж не приехал, нет даже письма. И брат, и отец ускакали. Сказала я матушке, еду сама. Довольно, довольно мы ждали. И как не старалась упрашивать дочь, старушка, я твердо решилась. Припомнила я ту последнюю ночь и все, что тогда совершилось. И ясно сознала, что с мужем моим недоброе что-то творится. Стояла весна, по разливам речным пришлось черепахой тащиться. Доехала я чуть живая опять. Где муж мой? Отца я спросила. В Молдавию муж твой ушел воевать. Не пишут он? Глянула уныло. И вышел отец, недоволен был брат. Прислуга молчала, вздыхая. Заметила я, что со мною хитрят, заботливо что-то скрывая. Ссылаясь на то, что мне нужен покой, ко мне никого не пускали. Меня окружали какой-то стеной, мне даже газет не давали. Я вспомнила много у мужа родных, пишу отвечать, умоляю. Проходит недели, ни слова от них, я плачу, я силы теряю. Нет чувства мучительной тайной грозы, я клятвой отца уверяла, что я не пролью ни единой слезы, и он, и кругом все молчало. Любя меня мучил мой бедный отец, жалею, удваивал горе. Узнала я все наконец, прочла я в самом приговоре, что был заговорщиком бедный Сергей. Стояли они настороже, готовя войска к низвержению властей. Вину ему ставилось тоже. Что он, закружилась моя голова, я верить глазам не хотела. Ужели в уме не вязали слова Сергея бесчестное дело?